Здравствуйте. Извините за формат, который сейчас, вот, извиняюсь, просто наушники вышли из строя странным делом. Но будем разговаривать в этом видео о том, что не так, ну, точнее, о моих фантазиях, вымыслах, о том, что не так, с этими. С лампочками у людей, точнее, которые нам сейчас хотят дать. В данном случае, в данном примере, мы сейчас смотрим на обыкновенный драйвер МТ-7865. Но нас в этом драйвере интересует кое-что другое. Вот этот вот выход ПВМ. Видим, он идет на MCU. И вот эта вот аббревиатура ZigBee BLE24G. Я, в принципе, ну, как бы думал, я думал, что это технология Li-Fi интернета, или как я перешел по основной ссылке вот этого вот сайта ZigBee и нашел демонстрационное видео, в котором объясняется, что это типа вот технология управления светом в доме при помощи интернета. Но как бы не так. То есть мне кажется, что здесь кое-что немножко поинтересней. Зашел на сайты экспериментаторов американских заговорщиков и вот нашел такое интересное устройство, то есть необычной формы светодиодный светильник, то есть вы можете LAMP-портал ввести просто в поисковик и сразу же увидите вот такие вот видео. Смысл какой? Свет определенной частоты может открывать в пространстве небольшие порталы. То есть это как-то так вот, как вот выглядит. То есть вот эти светодиодные лампы, которые нам сейчас везде навязывают, имеют у себя вот эти микросхемы управления драйверами и сразу заготовленный выход под контроллер, который будет тактировать частоту. То есть почему я думаю, что скорее всего это не просто включение-выключение лампочки, а ПВМ, а с электроники ПВМ это модуляция частотная. То есть и контроллер в лампочке специальные ZigBee BLE24G, который будет включать нужную частоту. Да, вы можете в один прик... То есть ваш свет дома будет включаться при помощи смартфона и дистанционных устройств. Но когда кому-то нужно будет, махнорылым, допустим, чтобы вы прям из дома, то есть видите, здесь показано, что лампочка дистанционно включается, красота какая, хихихаха. Но когда им нужно будет, чтобы вы просто из вашего дома испарились, они включат вам туда модуляцию частоты определенного порядка и окажетесь, так сказать, там, где им нужно будет. Я ж не знаю, какой портал они откроют и какую частоту, потому что у этого экспериментатора в первое время определенную частоту он включал, открывалась черная порталина. Потом менял частоту, открывается другая. Но можете посмотреть на эту тему видео. Ладно, это все мои домыслы и вымыслы, так что всего хорошего всем. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, этот кошмарный сон с Ли-Фи и другим интернет. В общем, короче говоря, избавляйтесь от лампочек дома у себя ледовских или смотрите, чтобы у них не было вот таких вот хитрых приспособ. То есть там есть обыкновенный контроллер-драйвер, как в прошлом видео рассказывал, а к нему еще втыкивается вот такое. То есть я немножко почитал побольше, перевел вот эти все
Короче говоря, мало чего приятного нас ждет в будущем. Если не хотите вдруг испариться, то из дома в вечернее время, сидя перед телевизором, оказаться где-нибудь, то просто используйте обыкновенные лампы накаливания. Всего хорошего, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорого!